Канал Great Review и History, канал истории, представляет сериал 2012-2014 год, книга «Тайн Америки», и поверьте, он увлекательный. И, к сожалению, режиссера здесь нету, это очень скрытно и опасно. Всего 3 сезона, и они просто великолепны, 44 минуты длится, и... Главные роли исполняют Бэрри Аррет, ну, как сказать, озвучивают, да, здесь очень много. Здесь Алекс Джонс есть, между прочим, есть много-много интересных героев, которые, собственно говоря, скрыты и рассказывают нам всего лишь о 1% только тайн, что зашифровано, планы, службы безопасности и всего-всего-всего самого секретного, что есть. В мире пендесни американской истории. Некоторые люди верят в существование особой книги. Книги, в которой записаны самые тщательно охраняемые секреты Соединенных Штатов Америки, США. Книги о самом существовании, которые знают только немногие. Но если такая книга существует, о чем в ней написано? О тайных историях, тайных контактах, даже, ну, да, секретных миссиях, тайных планах, тайных методах вербовки и прочего-прочего. Существует ли на самом деле книга секретов Америки? Да, друзья, я скажу, что она существует. И тут не надо к бабе Ванге ходить. Как же я обожаю тайны, загадки, истории. Это просто будоражит твое сознание. Ты думаешь, зачем вся вот эта пелена скрывается? Тайны мирового правительства, кто выше них? Может быть, стоит пора узнать об этом? Да, существует не только у пиндосни, у Америки такие книги, у продвинутых государств, развитых, я имею в виду, в плане экономики... Существует даже у нас, еще в СССР, в Советском Союзе, существовали книги, которые спрятаны за 7 печатями. И о них мало кто говорит, и в них написаны очень много секретов, тайных, которые никогда, может быть, не стоит говорить никогда, но о них мы не узнаем. Они ушли в небытие, в забвение. И эти летописи, непонятно написаны кем, истории, наверное, да, скрыты за глубокими тайнами. Да, интересный сериал, очень советую. Все, кто любит документальные фильмы, очень советую. Какая оценка? Неплохая оценка. 7 баллов, довольно-таки неплохо. Давайте попробуем хотя бы немножечко приблизиться к этим тайнам Америки. Ведь, казалось бы, кто управляет миром? Ведь оттуда ведь идут эти корни в Великобритании, да? Ведь оттуда идут загадки все, но нам сложно понять и разобраться, кто же правит миром. О чем идет вообще речь? А ведь ключи разгадки где-то рядом. Книга «Тайн Америки» — это сериал 2012-2014. Всего было 3 сезона, и посмотрите их обязательно. Давайте вместе их начнем смотреть на Great Review. Это великие тайны, великий обзор. Лайки, дизлайки, подписки, буду очень признателен. И, конечно же, welcome back.